Пострадавшие от наводнения в Карагандинской области боятся, что до холодов строители не успеют закончить дома. В поселке имени Габидена Мустафина из 205 домов, признанных аварийными, в эксплуатацию сдали только 8. Причина – деньги из бюджета до строителей пока не дошли. У подрядчиков есть около 40 дней до сдачи всех объектов. Ранее власти обещали, что к 1 сентября все дома будут отстроены. Это наша кухня, а вот наш сарай. А тут сарай сразу же. Это мы с корова живем. Называем сарай. Семья Кремель – одна из почти 300, чьи дома в поселке Мустафина не выдержали натиска воды этой весной. После паводка Татьяна с мужем переселились в сарай, а детей отправили к родственникам. Строители довольно быстро приступили к укладке фундамента под новый дом, но на этой стадии работы остановились. И вот мы просим, постройте нам дом, больше мы ничего не хотим. Мы устали жить в таких условиях. Тут оно тоже может рухнуть. Весь объем строительства в поселке распределен между 40 подрядными организациями. Правда, на большинстве объектов работы приостановлены. Нет стройматериалов, нет средств на оплату труда. Первое время подрядчики спонсировали стройку из собственных ресурсов, но и те иссякли. Финансируем проблемы как? Вы же знаете, документация даже не сразу делается. Время-то идет, люди просто переживают, я их тоже прекрасно понимаю. Но я думаю, в ближайшее время, буквально на той неделе, как уже с этим вопросом будет решаться. Чем дольше затягивается процедура бюджетного финансирования, тем дальше отодвигаются сроки сдачи домов. Местным чиновникам оптимизма не занимать. Они еще надеются все успеть до начала осени. А подрядчикам, вынужденно простаивающим сейчас, потом придется догонять график работ. Остается надеяться, что не за счет качества домов. Алия Сыздыкова, Василий Савкин, Асет Асаинов, 24 КИЗ, Карагандинская область.